И вот он, этот ламинат. Сама лестница, площадка и еще одна площадка. Ой. Огромные средства. Пока да. А дочь бегала, только успевали. Сейчас уже апрель, снега, видите сколько? Готова очередная. Спать можно на ней. Всем привет, ребята! Мы находимся на вынужденных выходных. Привет всем! Пока карантин у нас не объявлен. Вот. И пытаемся использовать время с пользой. Я вот тут решил подремонтировать ступеньки, потому что эти ступеньки старые у нас пробыли. Видите, они уже все поизогнулись. Лет 15. Мы на них и штукатурили. И таскали тяжести всякие, что только не делали. Ну и делал я из всякой, как говорится, из подручного материала. Вот, сейчас немножко получше делаю. Но опять же, это все равно у нас грязновые. То есть, и либо их чем-то покрывать будем, либо красить. Ну вот, Лариса, сейчас вот эти балки, вот они, видите, это вот на которых ступеньки находятся. А, это вчера она красила, подсохла, решила... Хотя бы маленько на раз покрасить. Да, решила покрасить, чтобы было более-менее чистенько. Вот. Блин, можно было протереть. Дошли у нас руки до лестницы. Может, кому-то непонятно. Вот мы ламинат ложили наверху. Видите? Не, я сейчас пойду наверх. Можно, конечно, тут дроболызнуться. Хоп. Вот, идем наверх. И вот он, этот ламинат. Вот плинтус, про который у нас уже видео было. И про ламинат, и про плинтус. Вот, этим, вот это место мы зашили. Ну, естественно, у нас остается сама лестница, площадка и еще одна площадка. Ой, наступил. Ну, ё-моё, тут, оказывается, босиком опасно ходить. В планах доделать лестницу до ума у нас нет, потому что на это нужны огромные средства. Пока да. Пока. У нас пока будут такие временные ступеньки, потому что ходит внучка, очень страшно. Да, не дай бог подскользнется, споткнется. Мы ее особо туда не пускаем. А так как сейчас там комната наверху, она все время там хочет играть. Да, там комната более-менее отделали тоже. Это была нашей дочери комната. А дочь бегала, только успевали. Вон, слышишь, бум-бум-бум-бум по лестницам пробежала. Сейчас уже апрель, снега, видите сколько? Вот я каждый день раскидываю лопат по 100. Туда перекидываю, в теплицу закидываю. Ну, более-менее здесь освобождается. Доделать бит.
Так, ну вот ступенька готова очередная. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще одну надо, седьмую. Потихоньку продвигается замена ступенек. Ребята, на этом пролете, мне кажется, наоборот перевернуть надо. Последняя ступенька. Сейчас Лариса не сказала, прикрутил бы как попало. Мне везде надо залезть. Отлично, спасибо, дорогая. Так, шайбочку. У нас как палати. Казалось. Спать можно на них. Ух ты, как ты по-хитрому. Раз и закрутил. Вчера вечером уже поздно закончил вот этот пролет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Там, видите, еще нижний пролет. Тут старые ступеньки. Но этот пролет, слава богу, все нормально. И здесь на верхнем пролете надо будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ступенек еще сделать. Ну и 1, 2, 3 добавить. Потому что все-таки, когда ступенька широкая, видите, я ногой становлюсь, и у меня еще запас. У меня вот 42 размер. Ступеньки сделаны по стандарту. Высота 15, ширина 30. Но сами ступеньки, например, вот эту ступеньку, я сделал где-то 32, чтобы немножко был навес с этой стороны. И под ступенок туда заходил. Вот здесь я не знаю, буду, не буду делать. Ну, пока так. Сейчас попробую, не сейчас, а вообще попробую покрыть ступеньку лаком, что из нее получится. Ну, понятно, что это бюджетные ступени для частного дома. Дворец я здесь не строю, поэтому делаем вот так. Жене Ларисе очень понравилось. Ребята, ставим класс, потому что ступеньки просто супер. Говорит, ходишь хоть боком катись. Вот так вот, смотрите, хоть боком. Здесь уже немножко пострашнее. Видите, щелка получается. Вот она, два пальца. Здесь нету, здесь опять щелка. Здесь еще старые ступеньки. Ну, будем над этим работать. Продолжение следует, ребята. Работаем, трудимся.